Я вас приветствую, друзья. Сегодня у нас будет ответ на вопрос. Ответ не очень, вопрос не очень обычный, но тем не менее он меня настолько потряс, что я сочла своим долгом довести до вашего сведения информацию. Что влияет на отношения? Что совершенно точно есть в голове у мужчины и женщины? Как им адаптироваться друг к другу? Как построить долгосрочные и прочные отношения? Эти и другие вопросы, а также техники, крутые разборы у нас в женском клубе. Дорогая, хочешь попробовать, как это быть со мной в женском клубе? Пожалуйста, попробуй. Я дарю 3 тестовых дня участия в клубе по ссылке в описании. Итак, смотрите. Я познакомилась с иностранцем в интернете и встретилась с ним на курорте. Через день он решил заняться со мной сексом. Общий язык весьма слабый. Я немного сопротивлялась, потом думаю, ну ладно, чай не 16 лет мне. Мужик столько денег потратил на билет, на отель, на развлечения. О предварительных ласках даже не намекает. Без презерватива, без лубриканта, сразу в анал. Я ему, ну где презерватив-то, где лубрикант-то? А он говорит, завтра. Ну я же русская женщина с нашим воспитанием. Вот мне так неудобно. Думаю, ну ладно, потерплю, потом объясню. Дальше больше. У меня от неожиданности я анал не любила никогда, но на тот момент у меня появились выделения, кровать испачена, его хозяйство все в этой некрасивости. И внимание, он сует свою драгоценность, которая испачкана моими испражнениями, мне в рот. Я сопротивляюсь, а он же сильнее меня, я это расценил как изнасилование. Ночью собрала вещи и уехала в аэропорт. Сбежала. Через 5 дней пишет мне письмо, он тут можешь объяснить вообще, что случилось, я-то не понял. Окей, я написала. Ну, давай извиняться. Конечно, все как хочешь. Дай второй шанс. Хорошо. 3 месяца говорили по видеосвязи, правда, ни о чем. Я стеснялась, он похоже. Нет. Говорит, ладно, давай второй раз попробуем встретиться. Ну ладно, давай. Опять все оплатил. Думаю, ну, все договорились, ничего, а на самом деле ничего не изменилось. Только я настояла на лубриканте, принес какой-то крем. После анала опять в рот. Я прошу, иди помой. Обиделся? Говорит, да я хотел жениться, но сейчас я понял, что больше тебя не люблю. Дальше, ну, там не буду продолжать. Дорогие друзья, объясните мне, пожалуйста, это вот что сейчас такое было? Я все понимаю, мы говорим о какой-то сексуальной раскрепощенности, раскрытости, о необходимости женщины свою сексуальность проживать, холить, лелеять, ничем не ограничивать. Ребят, ну вы, пожалуйста, не путайте раскрытие сексуальности с отсутствием человеческого достоинства. У женщины должно быть ее человеческое достоинство. Я против даже, кстати, гендерного разделения этого вопроса, там мужское достоинство, женское достоинство. Нет, человеческое достоинство должно быть у женщины. И у женщины, вне зависимости от того, об анальном сексе идет речь, там об оральном сексе идет речь, я не знаю, может, о бесконтактной активности идет речь, там, может, они будут просто вот там ласкаться, как-то тереться друг от друга, да и все. Неважно, о каком виде сексуальной активности идет речь, если в диапазон сексуальной приемлемости одного человека входит помыться, побриться, нанести там лубриканта, как-то украсить ситуацию предварительным разговором, там, я не знаю, каким-то какой-то эротикой, романтикой, может быть, как-то какой-то красотой, то настаивайте на своем. Никогда не снижайте планку, никогда не соглашайтесь на какие-то усеченные виды своего счастья. Тем более речь не идет о каких-то таких недостижимых вот мечтах. Я вот в Букингемском дворце хочу пожить, ну вот уж не знаю, вряд ли, наверное, удастся. Вот, и я вот снижаю планку. Ладно, Букингемский дворец мне недостижим, ну ладно, ну хотя бы тогда Мальдивы. Вот, вне зависимости, да, там сексуальных, финансовых, политических возможностей этого момента. Речь идет всего-навсего о рядовом половом акте, тем более этот половой акт первый между влюбленными, да, который там, ну как бы показывает, как пойдет дальше все остальное. Вот. И о чем мы говорим, когда имеем в виду первый половой акт? Мы говорим о том, что, ну, вполне вероятно, первый половой акт, он там комом, ломом, люди там к себе присматриваются, люди к друг другу, люди там еще как-то пытаются адаптироваться, вот второй, третий будет лучше, 20-й вообще просто идеальный половой акт. Вот. Здесь, как бы, если он при первом половом акте
ведет себя с женщиной как с проституткой, мне вообще похрену ее состояние, ее ощущения, ее переживания. Я не считаю нужным себя ограничивать и стеснять, и утруждать там каким-то мытьем, мыслями о ее ощущениях, о ее эмоциональном сексуальном состоянии, ласки какие-то ей там предварительно организовывать. Но это, ну, так с проститутками себя ведут. Девчонки, ну не позволяйте с собой так себя вести. И, ну поверьте, вот не все мужчины такие вот козлоподобные идиоты, которые сначала суют там без предварительных ласк член в ануса, затем женщине в рот. Ну вот, вот вообще, в принципе, на что он рассчитывал? Предложите ему самому, как бы засуньте ему в задницу стропоны и предложите ему этот стропон облизать теперь. Понимаете, вот эта вот копрофагия, это, ну, не такое частое сексуальное отклонение, чтобы вот прям встречать его у каждого второго. У каждого второго. Скорее всего, мужчина, которому вы предложите это, охренеет, такие глаза сделает, скажет: ты что, мать, одичал, что ли? И будет прав. А вы ему в ответ скажете: а ты же мне то же самое делаешь. С какого перепуга ты решил, что мне это доставляет радость? Поэтому в данном случае, девчонки, ну вот вы просто нарвались на человека, который не понимает, который недопонял вас, который недопонял, что вы не проститутка, которого в жизни другие женщины, видимо, не учили, что так с ними нельзя. И я вас уверяю, вы его там видите первый раз, ну, оплатил он отель, да флаг ему в руки. Что, за что его уважать? За то, что он оплатил отель? Так это его проблема, это его выбор. Он оплатил свой комфорт, не ваш. И если он так себя ведет, то как бы расставайтесь с ним. Он вам еще не дорог, вы в него еще не влюблены. Он еще пока не дедушка ваших внуков. У вас нет никакой длительной лав-стори, жизненной истории совместной. Ничего нет, чтобы так вот легко развернуться и уйти. Что вы и сделали? Какой второй шанс? Если он один раз с вами вел себя как с проституткой, вы думаете, он второй раз так себя не поведет? Поведет. Вот, поэтому резюме здесь будет такое. Девчонки, человеческое достоинство на первом месте, там, при деньгах мужчина, там, при потенции мужчина, при статусе, я не знаю, при звездах, при регалиях, да хоть он сам Господь Бог, да хоть он там, я не знаю, космонавт Гагарин и там, не знаю, король Монако. Это не важно. Ваше человеческое достоинство должно быть на первом месте. Ни в коем случае не мельчите мечту, не снижайте планку. Вот как в ваших высоких представлениях выглядит любовный сексуальный акт, вот так пусть и будет.